новенькие. Что вы делаете? Обряди вам, милые, мне. Умните! Умните! Мне очень понравилась атмосфера, очень классная, добрая, доброжелательная. Банан просто чудо. Ощущение, как в детстве, знаете, на море, когда едешь на банане по морю, то есть волны, все, здесь только снег, брызги. Очень круто. Всем рекомендую просто отдохнуть с семьей, приехать, расслабиться сюда. Ну и просто получить удовольствие. Люди, кафе, ну, мне очень нравится. Мы приехали сюда всей семьей, у нас четверо детей. Мы приехали отдыхать, нам очень нравится. Здорово, Кострома! Здоровенькие! Что делаете? Обредем, милые. Обредите на здоровье. Здорово, Кострома! Здоровенькие! Что вы делаете? А милая моя красна. Ну, помогаю вам. Приезжаем уже не в первый раз в Тюбинг-парк Алга и очень довольны. Выражаю огромную благодарность тем, кто организовал данный отдых. Очень довольны. Детям очень нравится. Чем сидеть дома перед телевизором, лучше приезжайте сюда, отдыхайте активно, свежий воздух, красиво. Можно покататься на бананах, на, получается, ватрушках, попить горячий чай, и все прекрасно. Когда мы узнали, что будет такое классное масленичное мероприятие, еще в такой солнечный день, конечно, мы здесь обязательно оказались. Крутое тут мероприятие, это супер хороводы, это вообще супер. Естественно, нам жалко, что покидает наш зима, потому что это самое крутое время года, самое веселое, но мы будем ждать следующего сезона. Всем всего хорошего! Сегодня у нас была масленица, мы проводили зиму, встретили весну. Сейчас будем ждать вас на летний период. У нас большие планы, ждем вас всей семьей. Приезжайте для правильного отдыха.